28 лет. Куэльер тоже не самый быстрый футболист. Их можно ловить с помощью скорости, тем более, что техничный, но не самый все-таки быстрый Домингес в запасе, а Файзулин стремительно прогрессирующий. Файзулин сегодня на поле. Но еще напомню, что рост Куэльера 190, Уэйра 191 сантиметр. Они просто по определению не могут быть такими быстрыми, как наши игроки атаки. Посмотрим, на что сегодня будет способна атака.
передача Аршавина. И посмотрите, какая передача тонкая. Разрезана защитник, защита разрезана, нарезана на Шинкона.